замечательного спортивного события. Для Ивангорода большая честь принимать гостей из разных регионов нашей страны. Сегодня здесь, на Ивангородской земле, и вы действительно занимаетесь видом спорта, который олицетворяет силу, мощь, ловкость. И, конечно, сегодня на этих учебно-тренировочных сборах в Ивангороде вас будут готовить к дальнейшим соревнованиям и новым победам заслуженные люди, уважаемые тренеры. Быть целеустремленными, всегда добиваться поставленных тренером задач. Ну и сегодня, пользуясь случаем, мне бы хотелось вручить благодарственное письмо от администрации Ивангорода. Вручается заслуженному тренеру России по дзюдо, мастеру спорта международного класса, судье всероссийской категории Жердеву Виктору Эммануиловичу. Хочу поблагодарить главного организатора этого спортивного события, моего давнишнего приятеля, товарища, единомышленника, поскольку я сам больше 20 лет отдал жизни восточным единоборствам, сам активно занимался, поэтому Денис Николаевич Басов, вдохновитель спортивного клуба «Медведь», который выступил с инициативой, и сегодня это мероприятие состоялось в первую очередь благодаря его активности. Ну и меня попросили, для меня это тоже большая честь, как третьему дану под хэквондо хочу вручить сертификат за развитие дзюдо и популяризацию дзюдо в нашей стране. Сертификат на второй дан вручается Басову Денису Николаевичу. Ну и черный пояс.